Администрация железнодорожного района в своем телеграм-канале информирует жителей и гостей города о необходимости соблюдения правил безопасного поведения на дорогах, на водных объектах, в лесу, в местах массового пребывания людей и дома. И напоминает, что на территории города до 31 октября действует особый противопожарный режим. В связи с этим при наступлении 4 и 5 классов пожарной опасности введены ограничения на въезд транспортных средств и пребывание граждан в лесах, а также проведение работ, связанных с разведением огня на территории лесных участков, граничащих с районами города. Кроме того, запрещено разведение костров, сжигание мусора, сухой растительности, в том числе на территориях приусадебных и дачных участков, примыкающих к лесным насаждениям. Жители Самары могут присоединиться к международной патриотической акции «Диктант Победы». Она пройдет 3 сентября. Для этого подготовлено более 800 площадок. Они разместятся в музеях, школах, библиотеках, вузах, колледжах, на площадках МЧС и Росгвардии. Написать диктант могут все желающие. Для этого необходимо выбрать площадку и заранее зарегистрироваться на сайте diktantpobeda.rf. Тест можно написать онлайн, для чего также нужна предварительная регистрация. «Диктант Победы» содержит ряд тестовых вопросов, посвященных наиболее значимым и памятным этапам событий Великой Отечественной войны, военной географии, историческим личностям, художественной литературе, произведениям изобразительного искусства. Телеграм-канал Департамента транспорта Самары сообщает, что в связи с проведением первенства Самарской области по велоспорту с 8 утра до 4 часов дня 2 и 3 сентября, а также с 8 утра до 12 дня 4 сентября будет ограничено движение транспорта у стадиона «Самара-Арена». По улице «Арена-2018» от проезда номер 8 до поворота на проезд, ведущий к улице Малый Сорокин хутор, по проезду номер 2 по улице Дальней от улицы «Арена-2018» на участке протяженностью 500 метров. Водители просят заранее планировать свой маршрут.